Сегодня мы добавили мод, который позволяет прокачивать наш рост. Мы не будем просто расти из-за уровня, мы должны добывать. Мы будем добытчиками, чтобы расти все больше и больше и больше. А также найти секретный предмет, который сделает нереально. Ну, естественно, я вам не покажу, а вы узнаете в конце ролика. Также, если вы хотите поиграть с этим модом, ребята, посмотрите ролик до конца, чтобы узнать секрет. Я желаю вам приятного просмотра и ехала! What's up, my карлик boys and карлик lady? Здравствуйте, здравствуйте. Почему мы карлики такие? Объясни. Овца, вот что ты киваешь? О, здравствуйте. Сегодня для того, чтобы стать больше, ты, наверное, заметил, нам придется ломать блоки. Но, если ты прямо сейчас нажмешь на секрет, то у тебя откроется суперсекретный крафт. Просроченный хлеб какой-то. Не-не, загадочный. Поделюсь с другом. Дается сразу две штуки, сноп сена, изумруды. Окей, это а если скрафтим. Друзей нет? Слушай, ну поделись сам с собой, в левую руку и съел второй. Но это еще не самое начало ролика. Дабы все началось, посмотри в небо. Поливать потолок надо? Не, стой, смотри. Ой, бляха. Я упал. Все, я тоже смотрю в небо и... Бам! О, бро, у меня из-за тебя нереально интересная игрушка. Ace Defender! Это нереальный шедевр SRPG жанра, сочетающий в себе аутентичную пошаговую биту с элементами защиты башни. В игре есть традиционная сюжетная линия для одиночной ролевой игры больше, чем 40 главами. Ну, почти 2000 уровней. В игре есть 5 фракций. Божество, демон, тень, природа и свет. И это все с глубокими историями о героях. Начни с 48 героями, и каждые 2 новых героя добавляются каждые 2 недели. Также есть несколько режимов геймплея, обычно ускорено в 2x и в 4x. Экспедиции соло, игра против других игроков и многое-многое другое. Все новые чуваки, которые скачают игру по ссылочке в описании, получат 10 билетов Royal Recruit после прохождения уровня 2.8. Чтобы использовать билеты, нажимайте на Sky City в таверну и используйте 10 рекрутов. Качайте игру по ссылке в описании, а мы продолжаем. О, Джонни, что произошло? Почему я такой маленький? И почему ты такой маленький? Бля, сука, я хз. Какого черта? Ой. Какого хрена? Это что за начало? Ясно, можно было не спрашивать. Так, давай не будем паниковать. Если мы стали... Это так странно. Если мы стали меньше, это не значит, что у нас отказали руки и ноги. Для начала попробуем сломать дерево. О, дерево. Блин, а у меня дерево теперь недосягаемо. Ой, ну что такое маленькая ложка не может. Поздравляем! Вы активировали способность растущий организм. Теперь, когда вы ломаете блоки, ваш персонаж будет постепенно расти, а также получит новые бонусы, удачки. А, о, как это работает! Блин, круто в формате диалога. Нет, у тебя самая лучшая роль. Самая лучшая. Так, а ну, рабочий, давай быстро, тихо. На, быстро работай. Блин, а подожди, а как мы встретимся? О, пошел процесс, спасибо. Блоков осталось 10. Работаем вперед. То есть сейчас, получается, когда закончится, мы вырастим, да? Я надеюсь, мы вырастим, а не просто это будет. Ой, сбой матрицы. Джонни, ты где? О, я расту. Джонни, здорово. Че ты уже дядя? Поздравляем, вы достигли 2 уровня и стали больше. Но у каждого здоровяка есть один большой минус. Ему нужно больше кушать. Сможете ли вы проследить за своей сытостью так же, как и за своим ростом? Ой, смотри, реально, справа снизу появилось. Голод мало того, что блоков теперь 30 и голод x3. Ема! То есть, чем мы больше, тем надо больше питаться? Ну, зато весь ролик можно без спринта бегать, и нормально будет. А, ну да, сейчас. А как ты драться с кем-то будешь? Или убегать? Без спринта. А вот это я уже не подумал. А, блин, я все еще не могу дойти. Там, короче, портал поломанный. Надо по-любому стать сейчас еще чуть больше и дойти до него. Вот так? Как? Ема! 2,5 метра! Ни хрена себе! Здравствуй, карлик! Капец, ты огромный! Это все себе! Да, подожди, а проверь урон! А, нет, все такой же, один. Нет, да все, успокойся! Ладно, тогда я сам пойду в портал. О, нет, это опять проблема, портал больше надо будет всегда строить! Да, кстати, стоп! Удача 3, удача 1. У меня вопрос, а как мы заберемся в край? Ой. Я больше стал, здравствуйте. Здорово, карлик. Все равно ты карлик. Ваш рост 2,1. А ты сказал 2,5. А, да? Вообще-то да. Слушай, так это получается, мы уже больше, чем обычный Майнкрафтер, подожди, да? У нас спешка. А, да, ну-ка. Нифига быстро рубится. Так мы, оказывается, еще и получаем новые способности, прикольно. Да. Посмотри, я думаю, то, что нам по-любому надо сделать загадочный хлеб. Поделись с другом. Это нужно найти деревню и поторговаться немного. Ты думаешь, так сноп все надо быть? А, там же изумруд, точно. Блин, да, придется торговаться. Из сундука ты все забрал. Что там было? Подожди, я дерусь этим. Что тут было? Да почему я слабый-то? Да, опа, битва зомби-скелета, давай. Молодец. А чё, ты меч нашел? Да ладно? Да, блин. Подищи железный.
Золотой. А вон золотых не было инструментов ни разу в портале, я не помню. Кстати, ты заметил то, что еще одно сердечко добавилось? Да, в натуре! У него меч! Помоги, пожалуйста, Джонни! Он что, меч сделал? Нифига себе. Да, 16 штук. Давай смотри сюда, ближе к свету, тут монстры не спавнятся. И тут есть мобы, надо их поубивать и еды добыть. А то у меня уже половина сытости минус. Блин, иди сюда, тут, короче, мобов нет, они тут не спавнятся, зато тут есть моб. Главное, что ты понял, что я имею в виду. Главное, что ты понял. Блоков осталось 46. Короче, ставь верстак, поставь просто так. Нет, вот возьми, самостоятельно давай, работай. Потому что растущему организму нужна растущая еда. Нужна? Это запатентованное мое новое слово, между прочим. Хорошо. Ой-ой-ой, я застрял. Добудь, пожалуйста, по каменной кирке и желательно 8 булыжника на печку. А то у меня реально уже с сытостью проблемы. Степ-рома, амстак. Стоп, ты больше стал? 2,74. А, ты уже добыл еще блоков? Да. Ты дурак, что ли? Зачем? Спешка. А, у меня сломалось, прикинь, все. Ты куда таким большим становишься? Я хочу кушать. Дядя Джонни, сейчас реально проблемы с сытостью начнутся. Ну, небольшие уже, кстати, есть. Регена у меня нет. Стоп! Я заметил, что я копаю два блока одновременно. Что? В смысле, погоди, а вот это уже интересно. Стоп, вернись, пожалуйста, покажи мне это. Спустись ко мне, я внизу просто в ямке. Да погоди, у меня тут просто свои проблемы. Ну-ка, показывай, давай. А, нифига себе! Это потому, что ты больше стал? Наверное. А у тебя уголь есть? Печку, пожалуйста, поставь, я тебя умоляю, поставь. Сейчас работаем, работаем, подожди. Я в работе пока что. А мне кирочку, ты мне хоть что-нибудь добыл, нет? Кстати, одновременно два сразу регистрирует. Меньше блоков нужно. Так, вот тебе кирочки. На кирочку. Кирка появляется. И проверяю, могу ли я копать два блока. Нет, пока что не могу. То есть мне нужно реально прокачаться. Стой! А ты вот сюда залезешь? О, уголь. Вот сюда залезешь? Давай, сейчас проверю, подожди. Я быстренько сделаю себе оружие. Я могу сюда залезть только на шифте. То есть если я вот так пытаюсь, то не получается. На шифте могу. Ну, да, проблема есть небольшая в этом всем деле. Всем деле. Опять запатентованное слово, записывай. Хорошо, вот тебе немножко света. У меня голод X5 уже, подожди, что-то реально разогнался. Благо мы пока не бегаем, то есть пока мы не используем спринт, пока мы ни с кем не деремся, у нас сытость не тратится. Это же так работает, да? По идее, да. Ну, охренеть, кстати, хп идет и идет. Так, Рома, сейчас будет очень опасный момент. А, что это было? 35. Сколько? Сколько, мазафака? А, вот, смотри, еще больше ломаю. Слушай, ты подожди меня, ваш рост 2,1. Все, я реально, я должен выходить сейчас. Чувак, здравствуй. Да, добытчик GK идет за едой, только он не может выйти из пещеры. Посмотри на меня. Ты лежишь? Вау. Да, по два блока ломается? Да, реально по два блока ломается. И регистрирует по два, как ты и сказал. Вау. Так, ребята, мне нужна еда. И не только мне, моему брату тоже тут. Голод 5. Ах, фак. Помогите, пожалуйста, меня скелет застрелил. Бегу, только мне бы выбраться. Она по урону должна как зубочистка быть какая-нибудь. Что за фигня? Нечестно. Охренеть, на, регенерация жесткая, я тебе скажу. Сейчас попробуем. О, какой. Да куда ты? Магнитит, магнитит. Стоп, реально регенерирует быстрее. Дай еще еды, пожалуйста. А в переплавке. Блоков осталось 64, 62. Ну да, более-менее быстро ломается. Да какого черта? Я тоже есть хочу. Ну, все, остальное себе забирай. Так, Рома, 3,96. Ты там поаккуратнее будь, не забывай то, что бегать надо будет. И снопы сена искать, там изумрудики, все дела. Ай-яй-яй, тихо, тихо, скелет, пожалуйста, не надо. Подожди, у меня, по идее, урон должен увеличиться, но это бред какой-то, если нет. Да, все, давай, скелетон, отлетай просто. Я вижу, сердечек очень много вылетает от моего урона, поэтому тут урон точно у меня больше стал. А ты как ломаешь блоки, кстати, лопатой или киркой? Смотри, какой блок. Не, это я понимаю, просто на чем ты копишь? Вот у меня уже 3,35. Ну, лопата жестче, смотри. Посмотри, посмотри, как я копаю, это жесть. А что у тебя на закопка? Ну-ка, покажи. Давай. Ага, уже 4 блока. Да. Не, у меня пока что 3. Но ты еще и быстрее начал копать, да, самое главное. Да, спешка больше стала, и урона больше. Блин, опасно, опасно то, что у нас нет еды. Есть, есть, Джонни уже решает потихоньку. У него есть зажигалка, он поджигает мобов и делает еду. Красиво, красиво. Тогда смотри, какое у меня предложение. Сейчас мы ходим, добываем побольше еды, вон слева коровы ходят. И после этого мы идем искать деревню. Хорошо, let's go. Начинается полная жопа. Путешествие в самом разгаре. Офигеть, я реально прохожу несколько блоков, у меня сытость тратится супер быстро. Ой, ты больше стал и так быстрее передвигаешься. Ну что это сейчас начинается? Зажрался этот ваш ложка уже. Ты охренел? Я-то довольствуюсь тем, что имею, понимаешь? А ты уже все. Подавай ему карету, на которую он сразу в деревню попадет. Кстати, о карете.
Бам! Вижу, деревня найдена. Так, быстренько работаем, о, чтобы сделать кайфу. Себе мотыгу. И да, нам дико повезло, тут сноп и сено есть. Правда, погоди, реально так мало? На всю деревню один сноп? Не-не-не-не, это ненормально. Не, это вранье. Ой, погоди, а зачем мотыга? Мы же по 3 штуки сразу добываем, а ты вообще по 4 блока. Я просто смотри, как запинываю голема. Он такой маленький. У нас есть небольшая проблема. Я хочу кузницу посмотреть, а мне нужно ее разбирать теперь. Так ладно, ты же быстро разбираешь. Я случайно вырос. У тебя сколько уже роста? 4,57. У меня уже анимации кирхи нет. Так, все, я здесь еще уже все добыл, не парься. И у нас было 7 обсидиана. У меня по-любому какая-то новая способность появилась. Я думаю, в скором времени мы об этом узнаем. Оп, сноп и сено. А стоп, не переделываем. Нет, нет. Торговать? У меня 18. И да, нам нужно сейчас изумрудики. Смотри, получается, чтобы сделать хлеб, нам нужно 8 снопов сена и изумруды. Стоп, чё? Как? Когда ты успел? Вон стоит. А, реально, пшеницы, как повезло. Нет, стоп, не покупай. Не парься, у меня сейчас все есть. И теперь нам нужно просто поставить верстак. Сноп из сена, посередине изумрудик, загадочный хлеб. У меня уже, оказывается, это, 3 строчки хп. У меня пока 2, на, забирай. Так, и что это? Кушаем. Одна сытость восстановилась, и чё? А зачем? Что? Зачем этот хлеб нужен? Какого чёрта? Нас заскамили сейчас? А, нет, стой, посмотри направо. Голод x6,5, у меня было x7. То есть, если мы кушаем этот хлеб, у нас уменьшается рост голода. А, я просто не знаю, у меня или 8 было, но у меня сейчас 7,5. Да, у меня было 7 точно. Так, короче, нам нужно тогда больше изумрудов. Вот, забирай, еще забирай. О! И мне хватает уже на 6 хлеба. Здорово, карлик. Капец, у тебя сколько уже? 5? У меня 5,18. Капец. О, смотри, как я копаю тыква, просто. Если у тебя будет тыква, то изумруды по-любому покупай. Как говорится, мало ли. Блин, вот, конечно, проблемы вот этих здоровяков. Не помещаешься просто. Постоянно надо все ломать. Я у тебя железную кирочку бахну. Новые достижения. И кирка без дела ржавеет. Ну-ка, как я копаю. О, по 4. Повезло. Блин, я чуть-чуть... Я случайно опять вырос. Насколько быстро это все работает? А зачем ты... Блин, у тебя же голод сейчас вообще дикий. Как мы в аду будем выживать? Чтоб ты понимал, я просто, ну, немножко расчистил себе вот траву, потому что мешалось. И оказывается, просто так быстро добывается из-за того, что, ну, ты сразу по 4, по 5 там и так далее добываешь. Кстати. Ваш рост 4,57. Сколько? 4,57, но у меня уже тоже нет анимации ломания. А, ну то есть ты хочешь сказать, что я 7, и я такой, ну, подожди. Как ты в ад пойдешь? Ты вот реально дурачела. Я как телевизор себе сделаю. Телевизор? Из чего? Из 7 обсидиана, которые у меня есть? Хорошо, допустим, тебе для того, чтобы сделать телевизор, нужен обсидиан. То есть, чтобы найти алмазы, тебе нужно будет спуститься вниз. Пока ты будешь копать вниз, ты вырастешь еще больше. Ты об этом думал? Смотри, видишь огромное количество воды? Я сюда притащу огромное озеро лавы и сделаю здесь портал. Кстати, да, это хорошая идея, это намного лучше. У меня как раз есть железо, я тогда делаю ведро. Прямо сейчас берем ведро воды и ищем лаву. Только, пожалуйста, прекрати расти, иначе реально телевизор придется строить. Чтоб ты понимал, вот сейчас я пробежал, вот так, оп, 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 весь мир обежал. Голод не потратился, о, только сейчас потратился. Да нет, слушай, пока что еще нормально, пока терпимо. В принципе, как и всегда, терпимо. Я все равно сейчас это все пережарю. Сырая говядина, сырая говнядина, сырое говно. Капец, реально регенерация супер быстрая. Но я все еще переживаю за портал. Как мы туда попадем? Я даже боюсь за свой рост. Типа, мне надо уже строить большой портал. А у тебя так он вообще в 2 раза больше. Ну, может быть. Получается, что я останусь здесь, да. Блин, какая досада. Хорошие новости? Хорошие новости. Прямо около деревни. Ты посмотри, какая красота. Только для того, чтобы построить полноценный портал в ад, смотри, что придется сделать. Ведро воды мы разливаем прямо на высокую строчку. А-а-а, и оттуда заполнять, типа? Да, иначе у нас ничего не получится, сам понимаешь. Потому что портал-то будет маленький. Закрываем и встречайте супер большой телевизор. Ты прям идеально туда вмещаешься. Ну-ка встань еще раз. Фоточка на память, улыбнись. Чего замечательно. Какая маленькая пчелка. Покажи сид еще раз сид покажи быстро. Сейчас, подожди, телепортируюсь. Быстро сид показал. Нет, а что тут показывать-то? Ни хрена себе! Еще и такой удобный спуск. Да. Ладно, я так и быть покажу сид. 8-2-6-6-8-9-6-5-9-8-0-9-5-8-9-4-6. Новые достижения. Чертоги страха. И тут бастион еще рядом. Да ладно. Я вообще без рофла. А знаешь, почему ты так думаешь, что это рядом? Потому что ты огромный. Нет, это реально рядом. Это реально рядом. Я надеюсь, того количества еды, которое у нас есть, будет достаточно. Я просто сейчас реально без спринта бегаю все это.
какое-то время. Я не нажимаю на Ctrl. Нам же еще вернуться как-то через какой-то портал надо. Фак, да, через этот карландский мы не выйдем. Наф-наф тут больше не живет. О, это, кстати, крутой бастион. А, я забыл, дал... Что? Максимальный уровень? Что? Ты вырос до максимального уровня? Да. А, ну слушай, тогда проблем нет, чтобы ты понимал, с таким ростом даже я в тот портал влезу. Я надеюсь. Но как мы влезем в портал край, я пока что не совсем понимаю. Да пошли в задницу, давайте, ну, валите отсюда. Ну, хотя бы одной ножкой влезу. А, ну там этого достаточно, кстати, будет. Но я пока что специально не торопился. Вот скажи, какой у тебя рост? 9,1. А у меня 4,5, я тем не менее еле-еле пролажу. О, кстати, у меня идея. Золотые блоки появились. По-любому делаем ботинки, надеваем, лишнее выкидываем. И теперь спокойно спускаемся вниз. О, нагрудник. Ты придешь в бастион? А, нет, я буду искать блейзов и добывать. Рядом еще лес эндерменов, вообще идеально. Разрушенный портал вижу еще. Нам просто Отстань, нет. Нет, господи, страшно. Все, я потихонечку разбираю это все. У меня проблема. У меня проблема. Куда мне бежать? Сюда. Все, тихо, не стреляй, Я же хп до хрена, еды до хрена. Да нет, ты бы видел, что тут за проблема. Все, вроде не бьют. Фу, надо по-любому вот этот спавнер поломать. Ё-моё, у меня два алмазных шлема. О, хорошо. Короче, вот этот с арбалетом, иди в жопу. Ямы заставляем, золото добываем. Самое главное, не упасть в лаву. Итак, у меня уже 10 блоков. О, спектральные стрелы. О, это, кстати, хотя... Я такой подумал, а зачем нам стрелы, в принципе? Думаешь, до дракона и так дотянемся? Нет. Мы будем терпеть, у нас будет кошмарить. У меня даже назаритовый лом, если что, появился. Впервые мы будем выживать до назарита. Поехали. Не-не-не-не-не. Железный меч, золотые блоки появились. Не, ну в принципе, это хороший бастион. Вот этот бастион мне прям нравится-нравится. Даже блейзовая палочка была. Или откуда она у меня? Что? А, ты вот кто у меня украл, оказывается, когда я убивал их. Ема, у меня уже 13 обсидиана. Отлично, есть разрушенный портал там. И, блин, только проблематично мне сейчас идти до спавнера. Я не вижу его. Как говорится, удачи. А я тем временем меняю золото на золотые слитки и пошел обмен. О, блейзы мои хорошие. Не надо. Обалдеть! За 2 стака золота ни одного эндерперла! Как такое возможно? Тогда Джонни отправляется в лес эндерменов и добывает здесь, правильно? А у тебя блейзовые палочки уже есть? 7 штук. 7? Слушай, ну давай. Я к тебе, наверное, тоже прикачу. Правда, я немного вырос, поэтому просто так не выбраться. Я пик зомби ударил! Еще вырос! Мазафака! Выкидываем все ненужные вещи и... Та-дам! Максимальный уровень. Да, я тоже его добыл. Но, кстати, я реально понял то, что лайфхак не со спринтом работает. Да. То есть, если мы не нажимаем на спринт, то у нас, смотрите, сытость вообще не тратится. И ты все равно быстро бегаешь. То есть, обычный шаг, как будто у тебя в 3 раза больше бега обычного Майнкрафта. Да. И у нас новая проблема. Как вот в это... Стоп! Помнишь, в одном из роликов мы пытались сделать один прикол? Люк хочешь поставить? Да! А, я понял. Блин, ну тут в любом случае портал надо расширять. Да, но... А как? У меня нет алмазной кирки. Мы застряли? Есть у меня одна гениальная идея. Один из нас прямо сейчас умирает и появляется в обычном мире. Он набирает огромное количество обсидиана и приносит сюда. Так алмазов-то нету, алё, гений, как мы наберём? Ты в обычном мире сейчас будешь, когда умрешь. Ты добудешь много алмазов, много обсидиана и принесёшь сюда. Ладно, допустим, забирай эндержемчуг, забирай это, тоси-боси. Давай сейчас кое-что проверим, работает ли это так. Ну-ка, оп, блин, я хотел переместить это в портал. О, да, вот, я могу тебе в портал эндерперла кинуть, я умру, и мы окажемся вместе. Там. О, это гениально! Это тупо гениально! Так, смотри, тогда я прямо сейчас выкидываю вот эту мою броню. Пожалуйста, ее сохрани. Железные блоки, это тебе на броню. Обсидиан, огниво, стрелы, еда и даже стержень. Прощай! Я нулевой! И тупо в лаву. Так, и мы, по идее, появляемся, да, около этого портала. И если мы сейчас пойдем в ту сторону, то найдем деревню. Я жду от тебя обсидиана. Вот это ты хочешь, да, посмотреть? Вот это тот. Да, он реально кинулся, чувак. Просто лучший. А чего ты один-то кинул? Давай больше. Сейчас, в портал попасть, знаешь, тяжеловато. Погоди! А как я буду ломать портал? Типа, мне же рамку надо поломать, понимаешь? И самое главное, как ты в любом случае заберешься. Подожди, ты в этот портал не заходишь, да, никак? Я могу у него зайти. Все, хорошо, смотри. Забей. Я сейчас тебе выкидываю все свои вещи и сам умираю. И буду с тобой. А,
ты так да, хочешь. Сундук, да, сундук можешь рядом поставить. Давай. И все. Хорошо, хорошо, жду. Сразу кидаем Ока Эндера и проверяем, куда надо бежать. О, слушай, а че Ока Эндера такое маленькое? Я думал, что оно огромным вылетит. Вот мы и встретились. Забирай. Так, спасибо. Топорики сразу там всякие, да, еду да, немножечко да. Можно, да? Так, если что, нам нужно в ту сторону идти, но мы дойдем вроде быстро. Дай зажигалку хотя бы, пожалуйста, спасибо. Все, я немножко добуду себе еды, ты беги. Стрелы. Пока догоню, если что. Нет, а у нас же лука все это время нет. Как думаешь, справимся? Нет, блин. Дай мне зажигалку. Сжигать харом. Куда? Так, в ту сторону все еще, идем, идем. Джонни, дай еды, пожалуйста. И, кстати, у нас огромная проблема. Ребята, сучара. Ладно, я тебе другую погоду. Сори. Да нет! Стой, нет, курочка. Ну, ты же шел хотел, на! Короче, у нас проблема, реальная проблема. 11 Ока Эндера остается. У тебя сколько? 0. Вот это реально проблема. То есть нам надо, чтобы как минимум одна штука попалась. И прямо сейчас... Назад. Стоп, что? А, не, сломайся, не, нормально, не сломайся, да, не сломайся. Фу, да-да-да, у меня все еще 11. Я видел. Блин, еще и ночь наступает. Вот бы посмотреть, как мы спим на этой маленькой-маленькой кроватке. О, и мы сейчас посмотрим. Делаем ножницы. Раз, два, две кровати. Ложишься на эту, я ложусь на эту. Давай проверим. Ты гений, ты... Лёжа, там мы будем рядом. Вот так надо. Ну, я тебе так скажу. Я маленького пролетелся. Я могу хоть около тебя лечь, вот просто проверь, что будет. Я не могу же, посмотри, ты... Ложись. Рома, я достану тебя из-под земли. Я тебя реально из-под земли достану. Дай еды, пожалуйста. Да нормально только, пожалуйста. На. Сучонок. Ну, нормально, не пережарено, видишь. Давай сделаем. Даже KFC вкусное. С панировочки. Ой-ой-ой-ой. Извините, ребят, кто хочет подожди, кушать. Подожди, пожалуйста. Не-не-не-не, курятина только если. Да мне еда нужна, ну, Джонни, убей я тебе уже. Дал еду. О, господи, ладно. Так, куда? О, стоп, 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 правее пошло. Только не... Бля! Это реально проблема. 10 ока. Нам нужно, чтобы там было вставлено 10 ока. Чувак, это прям какая-то огромная проблема. А, фак, дальше вода. Пожалуйста, хоть бы назад. Все. Так, да пофиг, ну. пофиг, ломаем тут, 10, ломай, 10, ломаем 10. Тут, все, нормально, пофиг. Думаешь, здесь? Пофиг. Так, ладно, ты здесь ломаешь, я вот здесь. А! Это что? Что за... А, меня рыба фугу ударила, нифига себе. И, пожалуйста, хоть бы мы протиснулись. Нет, мы не протискиваемся. Ну, гребаный рот. Сейчас, я, короче, сделал железную лопату, и вот вроде более-менее я протискиваюсь я, и сломаю сразу 4 блока. Я так и сделал, блока. В принципе. Если у тебя будет, то кричи. Это без причины? Да. Хорошо. Бля, где ебаная эта ачивка? Ну, все, наконец. Так, погоди, стоп. А, да, у меня тоже. Это было не без причины, когда я крикнул. А, то есть не без причины? Да, я реально нашел. Так, ладно, я тоже хочу делать эту ачивку. Да пошла. Да, я думаю, я тоже. Блин, еще и чешуйницы. Что? Главный секрет. Соедини на верстаке с 8... Очами край. Очами? Очами край. О чем ты? Что, иди ко мне, давай попробуем встретиться. Новое достижение, так. Недреманное подожди, око. Подожди, срочно, я что-то нашел, какой-то главный секрет. Поставь, пожалуйста. Да, я вижу, я тоже вижу что-то зачарованное валяется внизу. Ну-ка, дай мне. О, главный секрет. Соедини на верстаке с 8 очами края. А ну-ка, давай попробуем, что получится. Ема! Око Титана. Выберись на поверхность и брось его далеко-далеко. Ха-ха-ха, нифига себе, смотри. Я реально потратил все наше око. Ну-ка, что это за огромный глазик? Дай посмотри. Там написано, нужно выбраться и просто бросить далеко-далеко. Давай, Джонни, я жду тебя. Джонни! Так, куда кидаем? Давай, куда? Туда, туда, туда? Далеко-далеко написано. Далеко-далеко, хорошо. Бам! Что произошло? Что это было? Ничего не было. Ема! Стройка под. Вау! Вот оно чё, вот как оно проходится-то. У них хрена алмазный блокер. Работаем. Капец! То есть, оказывается, нам можно было и 8 просто добыть. Ты посмотри! Еще и чешуницы, по-любому их уничтожим. Емать! Это было очень близко, да, я чуть портал не сломал. Хотя я не знаю, можно ли его поломать, но, пожалуйста, не экспериментируй, Джонни, пожалуйста. У нас больше не будет шанса. А может, мы будем тестерами и прямо сейчас сделаем? Не надо. Итак, ребята, в эфире рубрика
эксперименты. Итак, что будет, если в летсплее вместе с Ромой сломать портал? Будет ли он кричать на частоте 48 тысяч килогерц? Какой же ты сука. Вот этот писк, знаешь, как свисток собачий, который никто не слышит. И только... Именно он. А ты не хочешь себе... О, да, я понял. Да, я уже алмазный нагрудник себе создаю. Ботиночки, куда ж без них. Блин, ну это вот, вот это реально круто. Продумано до мелочей то, что мы сможем сюда попасть. Да, а самое главное, первым убивает дракона, это Флэйк Джикей, правильно? Эй, стоп. Блин, меч надо сделать. А у тебя лук есть? Ой, блин, я же не смогу бить дракона, я же не большой. Ты как этот, пилоджер. Тихо. Иди отсюда. Пошел! Ну-ка! Мы реально до него достаем! Ну, надо уничтожить кристаллы, иначе мы не сможем. У-ху! А теперь мочим его! Вот это я понимаю рост. Маленькая муха летает. Да. Я про муху первую пошутил. Да ты, сука! Лысый, а? Хорошо. Ты зубы чистишь или что? Что за регенерация? Ты меня не убьешь никогда. Блять! Сучильно лысая. Сука лысая. Я не могу умереть. Войди, сука лысая. Легендарная битва стала еще легендарнее. Какая ты, мразь, блядь. Я за тобой. Здорово, Карлан. Сука, блядь. О, зато как отлетает-то. Ну давай, убей меня. Огромное спасибо за просмотр данного ролика. Я надеюсь, вам понравилось данное прохождение, карликовое прохождение. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки, если вы хотите больше эксклюзивных тем. Спасибо, ребята, огромное за то, что посмотрели этот ролик. Блин, он очень получился веселым, классным. Если вы хотите также поиграть с этим модом, давайте наберем под этим роликом 25 тысяч лайков и сразу в описании оставляю ссылочку на скачивание этого мода и можете поугарать с друзьями. Ребят, я очень хочу реально от вас прям жесткой активности, потому что чем больше актива, тем больше мы можем тратить на создание кастомных всяких модификаций. Можете также свои классные идеи предлагать о том, какие моды можно сделать, которые усложняют, облегчают Майнкрафт. И может быть, если ваша идея будет прям супер охренительная, мы прям потратимся, чтобы реализовать эту классную идею в жизнь. С вами был Флэйк Джикей Рома. Всем удачи, всем пока.